Привет, гуглята! С вами профессор Гуглов. Усаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно сегодняшнее видео. Поехали! То, что для одних может быть препятствием, для других является суперспособностью. Он выкладывается на полную, чтобы достичь уровня, которого нет ни у кого на треке. Кто-то должен был идеально точно все замерить, иначе они бы дрифтовали прямо в этот грузовик. Как насчет водителей детей? Этому парню, возможно, еще нужен в машине бустер, но он был рожден, чтобы водить. Сегодня Google Maps предлагает альтернативный маршрут, и вы просто едете по нему. У каждого из нас есть друг, у которого есть решение проблемы каждый раз, когда нет открывашки. Вот идеальная реклама, почему не стоит подходить слишком близко к дороге. Мы видели, как Том Круз сражался на вершине поезда, но сможет ли он поменять шины в движущемся авто? Если вы когда-нибудь решите, что достигли потолка, просто вспомните, что есть кто-то, кто может припарковать целый круизный лайнер лучше, чем вы свое авто. Зачем объезжать, если можно переехать? Езда на мотоциклах и так достаточно опасна, так что давайте оставим такие трюки профи. Сны всегда имеют значение, но что если ваши сны выглядят так? Есть причина, по которой те места на другой стороне пустуют. Зал не смог справиться со стрессом, вызванным просмотром этого шоу. Забудьте о синхронном плавании. Синхронный дрифт — вот новый крутой вид спорта. Мы бы хотели быть уверены так, как этот парень уверен в подвеске своего грузовика. Это знак судьбы, что твои водительские навыки очень крутые. А вот и асфальтовый балет. Кто бы мог подумать, что дрифт раллийных автомобилей сможет выглядеть так волшебно? Нам трудно парковаться при поддержке друга. У нас всего два вопроса – как и почему? У этого парня больше контроля на двух колесах, чем у большинства людей на четырех. Похлопаем ему. Будем надеяться, что у него не было с собой в машине телефона. Когда переходишь от картинга с мальчиками в субботу к этому? Что страшнее, быть водителем или зрителем? И нет, это не ускорено. Это машина-краб, способная выскользнуть из любого затруднительного положения. Он может выглядеть не самым гибким на трассе, но этот грузовик умеет двигаться. Вот что мы называем крутой ездой. Доказательство того, что Red Bull окрыляет и, очевидно, дает супертуннельное зрение. Танки известны разрушительностью, а не грациозностью, но этот солдат заставляет войну выглядеть эстетично. Вы видите все эти шины, из которых сделаны ограждения? На самом деле это сгоревшие жертвы этого серийного дрифтера. Вот как надо использовать гололед себе во благо. Мэттер из тачек выглядит здесь совсем по-другому. От свалки до фристайла. Только потому, что ты в воздухе, это не значит, что ты можешь избегать спящих полицейских. Как низко ты можешь опуститься? Удачи тебе в побеге от полиции с этими парнями на хвосте, или лучше сказать, на капоте. Когда вы хотите посмотреть в глаза после обгона тому медленному тренеру, некоторые называют это мелочностью, мы называем это необходимым злом. Если бы мы ехали на переднем сиденье из-за стресса после этой поездки, нам бы пришлось обратиться к врачу. К счастью, именно туда машина и направляется.
Когда вы врезаетесь в неприятности, просто убедитесь, что у вас есть навыки, чтобы выбраться из них, как у этого водителя. Это впечатляет, но могут ли они парковаться в 9 утра в час пик в центре города? Вот это настоящее испытание. Сани Санты сейчас в гараже, но он нашел им замену. Законы физики не действуют на него. Мы бы хотели, чтобы наша жизнь была такой же сбалансированной. Большинство лодок старается избегать скалы, но это решило прокатиться среди них с ветерком. Рекламная команда полиции старается изо всех сил. Забудьте про ТикТок. Вот где настоящие танцы. Победа — это не значит быть самым быстрым. Для нее нужно также использовать свой мозг. Когда вы прижаты спиной к стене, используйте ее, чтобы получить преимущество. Езда на двух колесах в детстве может и не произведет впечатлений на ваших друзей, но поможет установить мировой рекорд, когда вы вырастете. Плюсы и минусы быть зрителем этого вида спорта. Вы получаете возможность наблюдать за самым крутым вождением, но после каждой поездки вам понадобится сменная одежда. Когда вы наконец-то применили все эти многочасовые трюки в GTA в реальной жизни? Вы, вероятно, сможете потом приготовить на этих шинах яйцо, но мы вам это не советуем. Если мы отдаем должное пилоту, то мы должны отдать должное и оператору. Мост явно не любит полицию. К счастью, это просто еще один день в жизни этих парней, которые привыкли выходить из опасных ситуаций. Именно такие видео напоминают нам, почему мы не пилоты. Нам смотреть-то тяжело. Когда ваш водитель настаивает на коротком пути, каким бы невозможным он ни казался. Вот это поездка по кочкам. Это может закончиться двумя вариантами. Либо вы разобьете свой мотоцикл, либо вы Илон Маск, изобретающий аквабайк, который может ездить по воде. Думаете, акробатика поразительна? Взгляните на аэробатику. Вот где настоящее волшебство. Похоже, что вам не нужны крылья, чтобы взлететь. Выглядит так, как будто оно неуправляемо вращается, но уверены, так и было задумано. Люди считают, что летать на самолетах достаточно сложно. Этот парень вообще сажает истребитель на движущийся корабль. Что мешает самолету сесть на ипподром? Вождение вслепую не рекомендуется выполнять, но если вы так хороши, то не все ли равно? Кому-то нужно, чтобы груз доставили, есть там мост или нет. Когда что-то идет не так, это не всегда должно быть препятствием, иногда это возможность. Идея отвести все за один раз очень крутая. Катание с горки на экскаваторе, но будьте осторожны. Использование дорогостоящей техники, подобной этой, может быть очень дорогим. Раньше у нас был Ноев ковчег. Теперь у нас есть водители автобусов, которые доставят вас, несмотря ни на что. На этом все. Спасибо, что эти минуты были со мной. До завтра!